перегородить проход. Ни что бы то ни было, не отходите назад. Хотите дуэль командиров? Хорошо, стоим с блоком щитом. Персиваль, выходи. Пафосно. Гектор. Меч-то возьми. Ох, это было круто. Отлично. Персиваль. Вы стоите с блоком. Сразу после этого они нас атакуют. Че, Персиваль, твой звездный час? Давай. Ох, честно. Эх, все, сейчас нас атакуют. Строй, кто там, блин? Держит. Главное не отходить, короче, запомните, главное не отходить. Шагу назад. Нас обошли. Сражайтесь как можете. Сражайтесь как можете, строй рассыпать. ППС просил просто. Мстим за Персика. Да, мстим за Персиваля. За Персиваля, ребята! Персиваля! Можно там спутником замутить? Давайте, давайте, заходим все. Все заходим. Сколько нас? 30. Где еще 10 человек? Давайте, заходим. Че 39? Я знаю, еще есть. Блэк, давай, я знаю, что ты можешь призвать орды из ниоткуда. Давай, Блэк, ты справишься. Я в тебя верю. Когда я скажу сесть, все садятся. Когда скажу встать, все встанут. Сесть! Встать! Сесть! Встать! Блин, здесь должна быть какая-то пафосная речь, но я не могу ее придумать. Я всегда обсыраюсь. Вот было бы вас трое, я бы что-нибудь, будучи под пивом, бы сказал. А... Дротики, боевую готовность! Ждем приказа. Подровняйте строй. Что это за параша? Мы армия империи или кто? Цельсь! Пли! Цельсь! Пли! Огонь свободный! Метаем все! В атаку! Давайте во славу императрицы! Ликарон невозможно остановить! Знаем. Огонь, свободный огонь! В атаку! Гвардия! Вот оно! Не забудем не блестим! Гвардия! Тут мини игрового чата нет. Слышите, ребят, ребят, если видите, берите топор. Держим строй, ребята! Давайте, ребята, кто умер к флагу, хороводы водим. Смотрите, они боятся нас. По-моему, наоборот. Да, можно делать. Они просто увидели наши танцы и решили, что не стоит атаковать таким. Шагом, щитом, блоком. Стоп! Тельс! Пли! В атаку! Хорошо, сейчас будет еще одна интересная задумка. Собираемся у хоровод. Дополнительный груз. Все, тихо, тихо, ребята, тихо, тихо. Дуэль кавалеристов. Вперед. Сид, давай. Сид, спешься хотя бы. То будет некрасиво. Сид, отступай. Сид, отступай. Держимся. Левый фланг прорвали. Разбегаемся, пацаны. Сид, нет! Мы пойдем шеренгой, как пафосные ребята. Все, маршируем. Шагом. Бросаем! В атаку! Войска! Легионы! Шагом марш! Фу, фу, фу.
Свободный огонь! В атаку! Ломайте! За императрицу! Ура! 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 Какой-то ужас. О, врага нету! Нету никого. Мы просто штурмуем на марше. Куда-то идем. Никого не видим. Никого не видим. Свидимся из Италии в Рейн. Ой, 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 какая неожиданная! Стоп! Держим, держим построение. Собираем строй. Держать строй. Как неожиданно и так приятно. Держать. Подходим вплотную. Стоп! Идем бой. Не, строй не ломаем. Держать плотнее строй! Держать строй! Наступаем волной организованно. В атаку! Набег! Империя не проигрывает. Жертвоприношение готово, мой лорд. Не надо убивать этих челиков, которые подходят, они для графа. Колотушкой убить! Это все, собираемся. А нет, ты подсумер, нет. А ты уверен, что тебя убили, а не взяли в рабство? Это как его. Мы с хавками как две грани. Они хороши по-своему. Это настоящие суровые северные наемники. И они это хорошо показывают. А мы армия. Мы армия империи. Поэтому мы должны показывать со своей стороны то, чем мы являемся. Поэтому я ожидаю от всех идеального строя, идеального выполнения команд. Шаг влево, шаг вправо, виселица в Ликароне вас ждет. В две колонны. Влево, а не вправо, кто забывает направление. Будем петь. Расцветали яблони, груши. Какие? За стремление к победе, за патриотизм и хорошее чувство дисциплины и долга вас ждет хорошая награда. Не сомневайтесь, у императрицы завалялось еще достаточно шлюх в погребах, чтобы каждого из вас удовлетворить трижды. Мы стоим настолько быстро, что вместо шлюх нам нужен вазелин. Ну, блин. Могу не сдаться наш гордый варяг, пощады никто не желает. Рам, там громче музыка, играй победу. Мы победили, а враг бежит, 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 так за царя, за родину, за ве... Мы грянем грозное, ура, 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 ура.